Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, бародарон, хоҳарони исломӣ. Чуноне ки шумо шоҳиди он мегардед дар тамошои ин маҳфили исломӣ, мо мутобиқи оне ки дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорем, шаҳри Санкт-Петербурги Русия қарор дорем, аз тарафи Маркази фарҳанги ва ҳуқуқи халқҳои Шарқ бо ёрдами, бо кӯмаки бародарон, бародарони тоҷик, доғистонӣ, умуман бародарони мусулмонӣ ки дар шаҳри Санкт-Петербург қарор доранд, кор фаъолият мекунанд, бо кӯмаки онҳо як тасмим гирифтем ки як мавзӯи исломӣ ташкил кунем ва мутобиқат ба ин фарҳанги миллати тоҷиконро дар инҷо яъне муаррифӣ намоем. Чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум мешавад, дар тамошои навор мо қуртоб ташкил кардем. Бародарон ҳам аз фарҳанги мо маълумот мегиранд ва ҳам бародароне ки мақсад хоҳишоти аз ислом як калима, як баҳрае гирифтанро дошта бошанд, иншоалло баҳра мебаранд. Шуморо низ даъват менамоем ба чунин маҳфилҳои исломӣ ва дар иштироки чунин маҳфилҳо бетараф набошед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. رياح السموم وكف الغيوم تنادي تنادي ألا من جلا فشر يحاك لكم أمتي يريد الفناء ورب السماء فيا أمتي أنصت واسمعوا فجل الأمور يا مكالف. Кто такой мукалиф? Мукалиф – это тот, кто отвечает за свои действия в судный день. У него есть два признака – разумный и совершеннолетний. Как определить совершеннолетие по исламу? Достижение 15 лунных лет или по солнечному 14 лет 7 месяцев. Если ребенка исполнилось 14 лет 7 месяцев, то он мукалиф. И каждый мукалиф должен знать 13 из сифатов Аллаха. Первый сифат – существование. Аллах существует и не нуждается ни в ком, ни в чем. Он существует без образа, без направления, без плоти. Второе. Единственность. Аллах един, нет у него соучастников. Третье. Вечность без начала. Аллах существует без начала, он не появлялся. Четвертое. Бесконечность. Аллах не исчезает, он вечен без конца. Пятое. Существование, не нуждаясь ни в ком, ни в чем. Аллах существует, не нуждается ни в ком, ни в чем, а мы все нуждаемся в нем. Шестое. Всемогущество. Аллах всемогущ, он может все без какой-либо помощи. Шестое. Воля. Все, что было, есть и будет, все происходит по воле Аллаха. И добро, и зло. Седьмое. Все знания. Аллах знает обо всем, что происходит. Сказал шейх Фахруддин ибн Асакир, да будет ему милость от Аллаха. Знает да сохранит нас Аллах на истинном пути, что каждый мукалиф обязан знать, что Аллах Всевышний, единственный властвующий. Он создал всю вселенную, верхнюю и нижнюю. Аль-Арш и Аль-Курси, небеса и землю. Все, что в них и между ними, все, что созданное под его могуществом. Ни одна малейшая частица не движется без его воли. Нет у него никакого соучастников создания и нет у него никакого сотоварища его властвования живой и не нуждается ни в ком. Ему не присуща ни усталость, ни сон. Он знает обо всем, что на суше и в море, и о каждом падающем листе, и о каждом семени внутри земли. Смотря это все, видя это все, как наши братья рассказывают про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, про наших любимых, уважаемых ученых ислама, мир им всем и благословение Аллаха. Поэтому я хочу сказать, чтобы каждый взялся за себя, и каждый провел от себя и улучшал себя. И, конечно же, должно быть стыдно тому человеку, который не знает того, что обязан знать. Поэтому пускай исправляется. Но сейчас
проверка не для того, чтобы принизить кого-то, а для того, чтобы проверить, и пускай каждый сам себя проверяет. Если знаете, отвечайте, если не знаете, то усваивайте, конечно. Хорошо. Первый из вопросов, это наиважнейшее. Перечислите 13 из атрибутов Бога, в которых недопустимо сомнение, и которые должен знать каждый, и знает каждый мусульманин, конечно. Поднимайте руки, кто знает, смелее. Брат. Ахмад. Можно сюда. Саляму алейкум. Существование, единственность, вечность без начала, вечность без конца, существование, не нуждаясь ни в ком, ни в чем, всемогущество, воля, всевидение, всеслышание, всезнание, жизнь, речь, отличие от созданных. Я приветствую всех наших братьев здесь и очень рад, что такие мероприятия, они испокон веков традиционно нашими предками делались и сегодня не забываются, продолжаются, оживляются, так скажем. Что братья, они оживляют эти традиции, эти адаты, эти адабы и продолжают по пути наших предков, начиная с пророков, аулия, ученых, и продолжают эти прекрасные традиции. А традиции, они очень легки. Собираться ради Аллаха Всевышнего для получения пользы друг от друга. Вне зависимости от национальной принадлежности, вне зависимости от его статуса в обществе, вне зависимости от его положение, богат он или беден, мы собираемся ради Аллаха Всевышнего для выполнения определенных ритуалов, обязанностей наших. Это получение знания, соблюдения в соответствии с ними и по возможности передавать его другим. Дорогие друзья, дорогие слушатели, в целом, кто слушает, провели мы сегодня мероприятие, которое прозвали наши дорогие братья Куртоп, то объединение — это в целом для всех мусульман. Для чего? Для того, чтобы было взаимопонимание, взаимосвязь путем как и национальной культуры, как и национальных блюд. То есть в целом культура воспользоваться этими моментами для того, чтобы объединять. Для того, чтобы объединять мусульман, для того, чтобы объединять то общество, в котором мы живем, в том обществе, в котором мы живем, всех людей воедино, используя при этом все блага, которые у нас есть. Те блага, которые у нас есть, то, как, например, наше мероприятие, вот этот Куртоп, вкусное блюдо, я сам непосредственно попробовал сегодня впервые. Блюдо вкусно, и это культура таджикской национальности, которая много содержит в себе и культуры, и много истории в ней. Я сам готов, конечно, изучить, потому что для меня интересно все национальности, которые находятся в Петербурге. И мы находимся здесь, то объединение, объединять всех мусульман, объединять все общества, для этого нам нужно стараться и прилагать усилия. То наше общественное начало, так назову началом, почему? Потому что кто-то уже более или менее какое-то время, какой-то опыт имеет, кто-то только начинает вот это свой путь, дальний путь, то нужно помогать друг другу и взаимосвязь находить. Мы, как мусульмане Петербурга, так и скажу, желаем, чтобы в этом обществе было спокойствие, чтобы в этом обществе все себя чувствовали в уюте, в спокойствии и в дружелюбии.